Че, давайте что-то процесс, собственно. По краю вот так. Нет, реально. По краю вот эти ямки. Ну, землю переверни, чтобы она слои перевернули. Давайте, кто будет сажать вот здесь астры? Не только по ямке. Вот эти астры кустовые и кадры сажать через 20 сантиметров. Просто землю поставить. Да. Сейчас мальчишки вступают. Сейчас пойду еще на ту. Что? Ну что, ребят, вы уже близки к посадке. А я вообще не знаю, что я делаю. Просто лопату лечу. Скапываешься? Да. У нас просто у нас всегда в классе есть группа людей, которые просто сидят и еще делают. Наташа всегда крутит. Которую я фотографировала обычно. Мы сидим такие, типа, Так, мальчики, кто вы лопатки? Вон и Кирилл. Вань, а где мой рюкзак с аппаратурой? Окей. Я работаю. Ну, он там работает. Ищу. Вот есть. Та самая. Так, а ты? Ага, вот давайте Дмитрию. Дима, лопату должен был. Ну что, ребят, как это все сажать? Берешь по одному и закапываешь.